Снова YouTube, снова жрачка. Решила по бутербродикам с какао. И захотелось мне почему-то креветок. Я уже тут вот собрала чемодан. И осталось дособирать сумку до конца, там остатки вещей. Здесь вот куча хлама, который я буду выбрасывать, куча коробок. Ну, а я сейчас собираться буду и поеду забирать документы уже. В общем, не документы, а переводы буду забирать еще в банк. Мне нужно зайти еще в ФМС зайти тоже, там кое-что узнать. Короче, такой расписанный день. А сейчас уже час дня, и мне нужно, короче, это все по бырику сделать. Так. Приветульки. Что-то как-то вообще. У меня просто была шапка на голове. Я сделала все свои дела. Ничего на улице и так не снимала, потому что, в общем, очень много было дел, мне не до этого было. Иногда были такие порывы достать камеру, что-нибудь заснять, высказаться. Ну, у меня быстро это все потом проходит. И, в общем, ничего я так и не снимала. Видео обычные, стационарные снимала, и про Россию тоже. Так что ждите, скоро будет. У меня просто нет времени сейчас на данный момент все это смонтировать. Я... В общем, в понедельник уже иду подавать документы на гражданство. Держите за меня кулачки, потому что я надеюсь, что у меня все получится. Вроде бы с документами все в порядке. Наверное, это видео выйдет уже после того, как я подам документы. Ну а после подачи документов я уже поеду к сестре. И вот... По поводу сестры, я, в общем, еду, и у меня ревизия по полной программе. Я кучу шмоток выкинула, которые уже там давно какие-то не ношу, какие-то уже такие не очень свежие, там больше какие-то домашние, наверное. Я дома такие вещи не ношу, какие-то обычные. Я больше люблю какую-то специальную домашнюю одежду, да. В общем, я много всего повыбрасывала. Я также косметику там подзачистила, потому что у меня не помещалось все. У меня получается один чемодан, я, по-моему, показывала, и сумка. Вот. Ну, в общем, несколько пакетов я вещей выбросила и всяких там ненужностей, в общем. К чему я это все говорю? К тому, что я еду к сестре, и чтобы мне там что-то было, как бы носить, да, и чем-то пользоваться, в общем, я немножко подзакупилась. Освещение, конечно, не очень, но я думаю, в принципе, все и так видно. Так, зашла в Кари, как вы видите, купила вот такую повязку. Когда-то в детстве пользовалась ими, очень удобно было волосы убирать от лица, но чувствую, что я ею навряд ли, наверное, буду пользоваться. Ну, она стоила недорого, в принципе, сколько? 89 рублей. Так, в Lady Collection я зашла, купила вот такие бесшовные резинки. Что-то мне надоели вот эти резинки с фикс прайс. Решила что-то другое попробовать. Взяла попробовать в Lady Collection. Здесь их 6 штук. Еще взяла вот такие крабики. Они тут еще с камушками. Вообще взяла я их, не поверите, не для волос, а вот закалывать свой вот этот шнур злосчастный, который у меня вечно соскальзывает. И наушники у меня вылазят из ушей. Надеюсь, как-то так закреплять, чтобы, в общем, они у меня не убегали никуда. Буду пробовать. Но мне кажется, это плохая была идея по поводу этих крабиков. Ну, если что, племяннице своей отдам. И еще я нашла вот такие вот прикольные на лето сережки, iPad и наушники.
Ну, не знаю, как-то смотрится так, да, по-детски, конечно, но под какую-то такую вот шорты, майку, да, и сумку там прикольно будет смотреться, я думаю. Так, еще я купила тапочки себе туда, потому что свои, которые на мне, вот такие, я не буду брать, оставлю их уже здесь, они уже такие старые, в общем, не хочу я их тащить с собой. И взяла флешку на 16 гиг. У меня на телефоне на моем стоит на 8. И проблема в том, что у меня осталось уже 2 гига там свободных, а я иногда снимаю на телефон, и мне, в общем, места бывает маловато. Куча фоток там, сами знаете, как это бывает. В общем, решила на 16 взять. Купила еще мышку, решила обновить, потому что моя старая, не знаю, как-то подзадолбала меня уже. Так, ну, взяла, забежала хлеб, потому что хлеба у нас не хватает. И чипсов мне захотелось. Взяла вот такие вот в 5,5, золотая картошка называются. Я, в принципе, особо не прихотливая, они были дешевые, поэтому я их взяла. Еще была, кто в Воронеже, тот знает этот торговый центр, называется «Атмосфера». Так вот, там есть вот такая вот органическая косметика. Кстати, кто искал, вот блогеры постоянно говорят про вот эту вот органическую косметику, Organic Thai. Она, кстати, очень дорогая, я лично считаю, я ее не пробовала, но вот в «Атмосфере» она есть. И это фирма Биолика, именно сам магазин называется. Они есть и в Инстаграме, и сайт у них есть свой. Где он тут у них? Вот. Вот он сайт. Это не реклама ни в коем случае. Просто если девчонкам кому-то интересно, где органическую косметику продают, вот в «Атмосфере» на втором этаже, по-моему. Так, и она мне просто понадавала там пробников, девочка эта. Она очень много мне рассказывала, хотя я, в принципе, ну, образно знаю, что такое органика, да, как бы пользовалась некоторыми вещами. Вот она все равно решила мне рассказать, так показать, что там. Вот такой вот фирмы. Она мне дала крем питательный, по-моему, да, питательный крем. Вот. Не знаю, что это за фирма такая. Первый раз, кстати, именно такую фирму вижу. Вот у них тоже продается такая фирма. Очень дорогая вот эта вот. Она прям вот люксовая, мне кажется. Потому что там крема дневные, ночные, что-то около 2000 стоит. Потом она мне дала скраб от Green Era. Скраб для тела ручной работы. 15 миллилитров. Буду пробовать, потом как-нибудь где-нибудь тоже упомяну, наверное, в пустых баночках. И от Веледа. От Веледа я бы попробовала какие-нибудь крема под глаза, для лица, для рук, для ног. Ну, вот мне дали гель для душа, по-моему, и, по-моему, гель для душа и лосьон для тела, если я не ошибаюсь. Ну, а так это все покупки пока. Вернее, это не все покупки. Покупок очень много. Я постепенно снимаю видео про покупки одежды, я снимала. Нужно смонтировать. И еще остались про косметику. В общем, очень много всего было. И это все нужно снять. Я хочу успеть до отъезда это все снять. Есть вариант ехать на автобусе, либо на машине. Есть сайт, называется BlaBlaCar. Вот, они предоставляют услуги. В общем, находят водителей, которые едут мимо этого города, либо в этот город, и билеты там дешевле, чем на поезд, во-первых, и во-вторых, дешевле даже, чем на автобус. Но у меня багаж, две сумки, и вот в этом вся загвоздка. Будут ли брать меня в машине, потому что я-то не одна еду, они набирают группу людей, ну там сколько, 3-4 человека, да, в машину помещается. Я-то не одна еду, и куча сумок. Меня просто могут не взять из-за того, что у меня большой багаж. Так что следите за моими обновлениями видео, потому что я опять же буду снимать их и выкладывать по мере,
того, как буду монтировать, потому что времени, честно, у меня не было с этой беганиной, оформление документов и все остальное. Вот сегодня я встала в 7 утра опять и поехала в ФМС. Еще хотела сказать, я когда уеду туда, может быть, влоги будут выходить раньше, чем остальные видео, да, которые я досниму, и пустые баночки, и фавориты вот сняла, нужно выложить, если не выложила, я уже не помню, что я выкладывала. Получается, что видео, которые я здесь сниму, они будут постепенно выходить по плану, как я планировала. А влоги у меня внепланово выходят, когда я, в принципе, захочу. Я, бывает, через видео их пускаю, либо там два влога и одно обычное видео. Так вот, вы не пугайтесь, если будет смена обстановки и будут дети в кадре, потому что у меня, в принципе, два племянника, племянница и племянник, вернее, вот. И да, я буду, наверное, снимать свою семью, вернее, часть семьи, свою сестру. Да, я, кстати, уволилась уже с работы, решила там с зарплатной карточкой свои дела. Что еще я сделала, что еще? Да и пока все вроде бы. В общем, собрала все документы, отослала письмо об отказе от гражданства своего.